В Актобе двое мужчин 19 и 37 лет убили таксиста и угнали его машину. Подозреваемых нашли спустя несколько часов. Они совершили несколько ДТП. Пытаясь уйти от полицейской погони, на угнанном авто выехали на встречку и столкнулись с внедорожником Toyota Land Cruiser 200. Злоумышленники оказались пьяны. Во время осмотра полицейские обнаружили в салоне автомобиля окровавленный нож. Позже задержанные признались в совершенном ими убийстве и последующем угоне автомобиля. Начато досудебное расследование. И снова погоня в Алматы. На кадрах очевидцев полицейские преследуют водителя «Мерседеса». Как пояснили стражи порядка, автомашина мчалась на высокой скорости, а ее водитель совершал опасные маневры и создавал аварийные ситуации на дороге. На требования полицейских остановиться не реагировал и пытался скрыться. Как выяснилось, за рулем находился 29-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения. Его задержали и водворили в ИВС. Начато досудебное расследование. Также в отношении задержанного были составлены сразу 15 административных протоколов. За рулем внедорожника заметили 12-летнего мальчика, очевидцы в Павлодарской области. Факт подтвердили полицейские. В село Кинжикуль был направлен автопатруль. За передачу управления транспортным средством лицу, не имевшим на то права, отец подростка привлечен к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 50-месячных расчетных показателей. Трех подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств задержали в Туркестанской области. Наркотики хранились в Сарагашском, Сайрамском, Бадибекском районах. Сотрудники изъяли около 4 килограммов веществ. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Ведется расследование.